Итак, внимание! Матросы! Живо ко мне! Я кому говорю? Итак, меня зовут капитан Джек Попугай. Я последний из рода попугая. Так что мои приказы для вас как молитва. Быстро ко мне шевелись, сосунки мне здесь не нужны. А теперь все по местам и погружаемся на 15 метров. Ну-ка, за работу, живо! Отличное погружение! Вы справились с первым этапом, но это еще не все. Матросы ко мне! Наша главная задача заключается в том, чтобы найти затонувшую лодку. Она утонула неделю назад с нашими предшественниками. На ней важны документы. И ядерная боеголовка, ее надо извлечь, иначе весь океан... Прошу прощения за мой русский. Это карта. Я покажу, в каком месте затонула подводная лодка. Вот в этом месте утонула подводная лодка. Мы должны ее найти. Я спаси документы, а команде я уже даже и не надеюсь, потому что она утонула. Впадина называется Кальмарова. Мы должны туда спуститься на 8000 метров. А теперь слушай мою команду. Погружаемся на 300 метров. Итак, команда, внимание. Мы приближаемся к Кальмаровой впадине. Включить прожектора. Сейчас, ребята, мы ее рассмотрим поближе. Держитесь, мы входим в впадину. Какая глубина? 4000, сэр. Как бы корпус не стал трещать. Что за звук, сэр? Корпус трещит, слишком большая глубина. Какая глубина? 5000 метров. 5000 метров. Снижаем ходу. Мы задеваем скалы. Черт побери! Держитесь, господа! Черт возьми, у нас протечки! Твою мать! Похоже, что лодка слишком сильно повреждена! Черт возьми! Быстро! Где механик? Закрывайте пробоину, а ты мы утонем, кратил! Возьми, кто это был? Что за толчки? Кто это? Что возьми?
Что такое? Похоже, кто-то прут! Твою мать! Только этого не хватало! Он тащит нас на дно! Господи! Ребята! Мы на дно падаем! Пробоев слишком много! Каковы пробоины? Первый отсек затоплен полностью, и мы потеряли винт. Черт побери! Что с носом? Не знаю. Быстро, где полки насосы? Качаем воду, трудно. Где мать его? Гребаный механик! Костюли быстрее носите сюда, раз мы утонем! Ребята, похоже, что у нас конец, пробоев слишком много. Кто это такой там? Сейчас. Возьми, что там с пробоями? Господи Иисусе, к нам ползет еще какая-то тварь. Блин, держитесь, ребята. Матросы не сдаются! Быстро откачивайте воду, мать вашу, на чему утонем, вы драные впадины! Что нам происходит? Похоже, что осьминог напал на спрута. Они сражаются. Похоже, нам уже орел трахаются. Я, кстати, тоже об этом подумал. А что вы думаете? Нам надо откачивать, иначе лодка утонет. Мать вашу. Ну-ка, быстро взяли все на весла. Похоже, что спрут уходит от нас. И он нас тут какая-то большая тварь. Матросы, мать вашу! Быстро! Кастрюли! Поставляйте! Откачивайте воду, мать вашу! Иначе нам полный канат! Откачивайте воду! Откачивайте воду, мать вашу! Матрасы, не сдаваться! Не сдаваться! Не сдаваться! Похоже, что этот план не хочет нас отпускать! Не сдаваться! Откачивать воду! Откачивать воду, матросы! Откачивать воду! Старайтесь откачать воду, мы должны выжить! Откачивайте воду! Откачивайте воду! Откачивайте воду! Он нас убьющий дешев! Ах, 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 ах